Всем приветики, ребята, меня зовут Винка, и сегодня какой-то будет необыкновенный видеоролик, будем выживать именно в лесу. Я не знаю, сколько это займет, но я очень сильно надеюсь, что это будет очень сильно интересно. Также поприветствуйте, пожалуйста, моего любимого питомца, это Петенька Петруша. Петенька, помахай ручкой или чем там у тебя есть. Ладно, не забудь подписаться, поставить лайк и написать мне приятный комментарий. Жду не дождусь ваших комментариев. Готов чаек, кофеек, и мы с вами погнали! Как вы видите, ребята, у меня как раз есть много-много-много инструментов, но не прям слишком-то много. Ну, короче, железный топор, железная кирка, поводок на всякий случай, да, железный меч. И как раз я взяла на всякий случай из дома 30 углей, на всякий случай, потому что я знаю себя и тебя, Петя. Боже, ты такой аппетитный. Вау. Так, господи, я не о том думаю, что это такое. Так. Короче, да, я забыла, немножко отвлеклась, ну как обычно. У меня есть как раз железный нагрудник, железные поножи, господи, блин, дурное название, просто бы сказали штаны. Так, что там у меня, железные броньки, ботинки, извиняюсь, и железный шлем. Петенька, ты готов? У меня для тебя, к сожалению, шлема нету, ну как ты будешь ты там отмахиваться. Так, для начала я хотела бы место хорошенькое набрать, такое найти, где можно будет пока что временно пожить. Это что там такое? О, Петя, мы как обычно что-то интересненькое с тобой нашли. Я предлагаю быстренько подойти и посмотреть поближе. Вау, оно такое красивое. Я вижу лосось. Я вижу лосось. Это будет мой. Петя, пожалуйста, никуда не девайся. Я хочу нырнуть и как раз быстренько забрать себе лосось. Пожалуйста, жди меня здесь. Так, что там у меня с лососем? Так, опускаюсь. Господи, опа! Есть? Блин, где рыба? Почему? Ёлки-палки, я думала, что я как раз рыбку, блин, себе сделаю. А, ну как обычно, что ж это такое? Так, я вроде-то больше никого здесь не вижу, к сожалению. Нету никаких здесь и рыбок. Петя, ты меня там ждешь? Жди. Так, я хочу посмотреть, что же здесь еще такое интересненькое. Давайте-ка запрыгнем. Я вижу сундук. Это мне уже нравится. Давайте-ка посмотрим. Вау! Золотые ботинки. Они такие красивые, защищены на 3%, или как его там. Офеть, это что такое? Кремень? Слушайте, по-моему, как раз мы можем сделать именно костер с этого. Да, и огневой, этот самый снаряд. Так, кусочек железа. Кусочек железа, боже, ребята, как же нам с вами повезло. Давайте-ка, наверное, все-таки еще сундук себе заберем. Потому что это как раз хозяйству пригодится. Так, посмотрим, что там еще есть наверху. Так. Вроде бы там больше ничего я не вижу, к сожалению. Да, это очень сильно плохо и печально. Ну ладно, спасибо и на этом, конечно. Петенька, я готова идти дальше. Вот, ребята, спустя где-то полчаса мы как раз с Петей решили все-таки сделать маленькую палатку. И нашли такое уютное местечко, там, где вроде бы-то никого не видно. И как раз, можно так сказать, между горами. Вот, посмотрите, какие здесь красивые горы. Это просто великолепно. И как раз, как вы видите, за моей спиной, с левой стороны, здесь как раз находится... Боже, я, наверное, так сейчас ступлю. Ладно, ребята, извините. Короче, за моей спиной находится как раз каменная гора. Там, где мы будем добывать всякие ресурсы. Это нам очень сильно упростит тупо все именно выживание. Ну, я как раз за это время еще сделала 3 факела. И что-то там еще. По-моему, как раз статуя для брони. А, стойка для брони. И еще что-то. Ну, я вам, короче, сейчас все покажу. Так что давайте-ка присоединяйтесь. Ну что, Петенька, добро пожаловать в наш пока что временный такой маленький домик. Я не знаю, возможно, мы дальше будем здесь развиваться, строить обалденные горы. Именно типа как замки. Ну, посмотрим. Так, для начала посмотрим, что у нас. Так, да, стойка для брони. Это же как раз сундук. Я же взяла все-таки именно оттуда. Там, где у меня было, как раз сюда поставила. Есть. А как раз именно факел, давай-ка сюда один поставлю. А, они не ставятся. Петя, что ты мне сразу не сказал? Давай туда поставим вот здесь и вот здесь, вот так. А один пускай у меня с собой всегда будет в руках. Так, что там у меня еще? О, господи, ты опять снес яйцо. Петя, объясни мне, пожалуйста, как ты делаешь такие фокусы? Ты же мальчик, откуда у тебя яйца, блин? Ну, куриные, я имею в виду. Так, давай-ка пока что сюда положим, как раз так. Ребята, нам, я вижу, нужно как раз намного чего добыть. Давайте-ка это самое ценное пока что повылаживаем сюда.
И самое такое нужное мы позабираем. Я предлагаю быстренько одеть именно броню. Уголь я тоже предлагаю туда-обратно. Так, Петя, я предлагаю сейчас именно надыбать именно вот это дерево. А потом мы с тобой пойдем в пещеру. Ты готов? Я знаю, что ты всегда готов. Ну, короче, тогда погнали. Сейчас быстренько сделаем. Вырубаем все деревья, и как раз будет замечательно. Так, вот это как раз хорошее, такая высокая, вообще супер. Как же хорошо, что я взяла все-таки не каменную, а железную. И, по-моему, как раз я должна все-таки же экономить железную. Это пипец-пипец, какой ценный. Ребята, вы только посмотрите, какую я красоту все-таки нашла именно в этом чудесном лесу. Это как раз именно те самые ягоды, которые можно кушать, и можно не переживать, что можно отравиться и так дальше. Я... как раз добыла много дерева, это как раз у меня стак березового получилось. Сделала быстренько верстак себе и сделала загон для Петеньки. Кстати, Петя нашел себе тут друзей, и они, кстати, бегут тусить уже к нему. Петенька, я так подумала, я, наверное, все-таки тебя пока что оставлю здесь, и сама пойду, наверное, все-таки в пещеру и добуду какие-то пару ресурсов. Ты что, на меня обиделся? Ты посмотри, вообще отворачивается. Ну ладно, как хочешь, сиди. Так, я, наверное, пожалуй, посмотрю, все я ли забрала, или может что-то нужно было, нет, против-то все хорошо. Я предлагаю быстренько пойти, поторопиться пока, ай, блин, укололась. Быстренько пойти, как раз добыть несколько ресурсов, пока не потемнело, ого. Такое ощущение, что здесь будто кто-то уже был и начинал рыть. Так, я хочу для начала поставить освещение, и как раз мы начинаем здесь трудиться. Это как раз я сейчас все-таки, возможно, сделаю печку. Печка — это самый нужный ресурс, который я знаю. Так, ну-ка, быстро, давай-ка будем ускоряться. Я очень сильно надеюсь, что мы как раз натекаемся на железо, или на изумрудик, или на алмазики. Господи, вот это я, конечно, губы раскатала. Мне нужна как раз губозакаточная машинка, насколько я понимаю. Ну что, ребята, я как раз быстренько начинаю рыть. Если я что-то интересное найду, я быстренько... естественно, к вам вернусь. Ребят, вы только посмотрите, сколько здесь железа. Это просто невероятно, какая красота. Да-да-да, извините, пожалуйста, я немножко не удержалась и все-таки себе использовала. Точнее, господи. Я немножечко себе все-таки взяла 8 блоков этих. Я не удержалась, правда. Я предлагаю дальше все-таки раскапывать, а почему бы тянуть? Так. Это здесь. Давай-ка быстрее, Рося. Это вы представляете, я как раз могу многое чего себе теперь позволить. Господи, вот это сколько железа. Офигеть, вы только посмотрите, сколько его. Это реально просто какой-то, наверное, джекпот все-таки. Или как его сказать. Вау, я очень сильно довольна, правда. Это просто великолепно. Так, быстренько еще беру. Это, наверное, самый лучший день у меня. Так, забрала быстренько. Это у нас теперь уже 24. Офигеть, это как раз нам подходит. Вот здесь еще есть. Так, быстренько вырываю. Есть, и здесь. Давай. Есть. И все, да? Пока что я так поняла все. Ну, я предлагаю пока что вернуться все-таки. И теперь мы можем многое чего теперь себе позволить. Быстренько забрала себе фонарь. И выбегаю на улицу. Кстати, да, я с вами соглашусь. Это слишком как-то рядом даже. Вот это железо сколько находилось. Ну, я вам говорю, это просто везунчик, походу я. Так, быстренько. О, уже начинает вечереть. Я так и знала. О, ягоды уже. Ягоды появились. Ну-ка. Блин, я кучу разломала. Петенька, привет, как дела? Так, подожди, пожалуйста, я сейчас приду. Быстренько как раз идем к верстаку, и мы начинаем делать здесь печки. Я думаю, как раз две штуки мне как раз понадобятся. Быстренько взяла, и вот сюда, вот так. Все, есть, супер. А теперь как раз булыжник, я думаю, будет сюда пока что. Блин, слушайте, мне как раз нужны палочки сделать. Где? А, это мне придется сейчас переделать их еще. Кошмар просто. Так, есть как раз вот так мы возьмем немножечко. Это мы вернем обратно. Так. Как же у нас палочки делаются? Слушайте, я могу вот здесь как раз сделать, а? Не знаете? А ну-ка давайте. Да, можем как раз взяли. Я как раз хочу немножечко железа все-таки переплавить. Давайте-ка, наверное, вот так возьмем, вот так сделаем, вот так. И вот так. Все. Так. А, да. Железо все-таки. Пускай все плавится. Так, что я хотела? Точно, я как раз же хотела себе сделать мотыгу. Если она, конечно же, правильно так и называется, как я говорю. Так, быстренько вот здесь берем. Так, вот так моем как раз ставим.
И вот, да, у нас все получилось. Это очень сильно замечательно. Кстати, блин, лопату хочу еще сделать. У меня просто этих как раз именно инструментов, к сожалению, нету. Я не знаю, почему. Я так протыкала как-то вообще дома. Так, есть, все, я как раз взяла. И теперь я хочу сделать вот такую дорожку. Очень сильно красивая. Она мне безумно нравится, правда. И вот здесь, давайте-ка, наверное, сюда-ка проведем вот так. Это что там такое? Что там за тусовки? Петя, угомони своих дружков. Слушай, Петя, по-моему, даже охрененно как получается у нас. Много чего, кстати, сделали. Вчера быстренько тропинку сделали, сегодня утром быстренько даже улью построили. И как раз я нашла все-таки себе коровку и сделала ведра. 3 штуки. Спасибо за молочко, я как раз сделаю пироженки или что-то там такого интересного. Возможно, даже, кстати, тортик сделаю. Так, хочу немножечко сюда поставить как раз. А, кстати, да, самое интересное, самое главное, все-таки ночью я все-таки не спала, и я так подумала, а почему бы не найти здесь деревню именно жителей. И я пошла в эту деревню и быстренько себе не грабанула, а позычила несколько овощей. И я как раз хочу сделать именно вот здесь где-то, именно все-таки огородик маленький. Как раз у меня есть мотыга, и я как раз думаю, что подойдет у меня тупо все. Вот так, еще одну, да, еще, наверное, одну штучечку, давай-ка вот так. И где мы там... Ага, вот как раз у меня лопатка. И хочу прорыть здесь и сделаю этот, как его. Я все время забываю воду, да. Воду-проводницу. Так, быстренько сюда, 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 сюда. Давай спешим. Потому что у нас как раз время же на исходе. Мы должны быстренько все успеть. Именно. Давай вот здесь, вот здесь, вот здесь. Давай, 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 быстрее, пожалуйста, быстрее, быстрее, быстрее. Я ненавижу, когда очень все медленно идет. Очень сильно не люблю, правда. И как раз вот здесь, и опять мотыгой прохожу, и как раз здесь засеиваю здесь пшеницу. Это просто великолепно. Да, мне немножечко остается, как раз поделюсь с Петей. Вот, держи. Вкусненько, я знаю, что вкусненько. А ну-ка, пошли теперь за водой, быстренько сходим. Как раз это хорошо, что здесь у меня рядом вода есть. Это вообще прекрасно. И, кстати, пчелы очень сильно довольны. О, Петя, посмотри, кого мы нашли. Твоего дружка. Спасибо за яйцо. Так, быстренько в воду взяли. Ты будешь с ними играться? Хорошо, играйся. Так, а дай сюда. Ага. Быстренько теперь поднимаемся, и сейчас будем как раз воду пролаживать, не пролаживать, а выливать. Так, вот здесь у нас есть один, и еще одно ведерочко как раз у нас вот здесь. Да, все, вот здесь, и давай-ка, наверное, вот здесь еще сделаем. Офигенно, просто великолепно, мне очень сильно нравится, я безумно счастлива. Так, быстренько теперь бежим опять за водой, потому что нам немножечко мало. Вы только посмотрите, какая же это милота, они плавают, господи. Один стоит, второй плавает. Вообще красота. Блин, я что, вымела? Это плохо. Так, быстренько спешим. Теперь нужно сейчас все сделать. А что я еще, блин, забыла? Не понимаю. Вроде бы у меня все порядок. Вроде я все сделала как надо. Так, еще сюда возьму. И сюда опять. Вот такое. Господи, как же хорошо, что есть как раз именно такая схема, где я могу быстренько все сделать. А вода хорошая, теплая, кстати. Так, у нас как раз ягоды уже почти готовые. Ух, что-то мне животик бурмочит, мне это безумно уже не нравится. Ладно, я что-то придумаю. Так, быстренько положу Петиного друга. Вот так, все, господи. Какой же молодец, он еще додумался все-таки покупаться, вымыться. Ух, какой петух хороший был. Не, ну а что вы хотели, мне умирать с голоду или что? Это же ж не Петя, это его всего лишь друг. Вам не понять, короче. Ну что, ребята, вот как раз видеоролик уже у нас подходит к концу. Если тебе очень сильно было интересно, занимательно, тогда напиши «Я хочу еще продолжение». Я как раз тебе, для тебя лично сниму продолжение. Все. До новых встреч. Пока-пока-пока-пока-пока.